Первый урок дистанционного курса «Волосок. Постановка руки». Очень важно понимать, в чем разница между постановкой руки на растушевке и на волосках. На волосках машинка лежит плотно в руке прижата, но без излишнего нажима на нее. Машинка зажимается тремя пальцами. Двумя пальцами, это мизинцем и безымянным, вы оттягиваете кожу. Ну, сейчас вы натягиваете латекс. И тремя пальцами по траектории движения маятника плавно входите в кожу. То есть у вас рука не должна излишне напрягаться, чтобы она не тряслась и не получался волосок такой пунктирчатым. Также вы не должны втыкаться. Сейчас я покажу, как делать неправильно. Первая ошибка, когда втыкаются в латекс, проводят такой жирный волосок и резко выходят из латекса. Он получается неправильным, грубым и очень широким. Такой волосок, скорее всего, будет заглубленным. Вторая ошибка, когда сильно напрягают руку, и волосок получается такой трясущийся. Это тоже некачественный волосок, потому что когда он заживет, он останется либо таким же пунктиром, либо вообще выпадет, то есть не останется. И следующая ошибка, когда также сильно зажимают машинку в руке, и она начинает трястись. И ведет вот такой волнистый волосок. Это тоже ошибка. То есть у вас машинка должна лежать в руке плотно, но и без излишнего нажима. Сейчас покажу, как делать правильно. Как я уже сказала, по траектории маятника машинка плавно входит в кожу. То есть сначала вы примахиваетесь и плавненько спускаетесь. Ведете на одной глубине и также плавно выходите. Чиркать к концу не нужно. Также часто делают мастера. Они вроде бы начинают плавно, ведут аккуратно и чиркают. Так делать тоже не нужно. Старайтесь научиться вести волоски на одинаковом расстоянии друг от друга. Это вам поможет в дальнейшем. Задание будет заключаться в том, чтобы вам сделать 20 волосков в ряд. Дальше смываете. Вам сразу будет понятно, как остался ваш волосок. Правильный качественный волосок должен быть тоньше самой иглы. Вот, ну, качественный волосок правильный, тонкий. Некачественный волосок толще иглы. Вот он прям такой жирный, видно. Сделали первый проход, смыли. Делаете второй проход. Со второго прохода очень важно попасть в один и тот же волосок, не расширить его, не раздвоить, а именно пройтись по нему и сделать его ярче. Вторым проходом вы удлиняете этот волосок по миллиметру с каждой стороны. Сделали второй проход, сфотографировали, присылаете в чат. Итак, нужно сделать 5 рядов по 2 прохода. Всем спасибо за просмотр, всем пока!